по созданию вот этой санитарной защитной лесополосы, она сажалась, предусматривается тем, что он будет посажен, то есть будет посадкой именно бесполивная, то есть на багарных условиях, и в последующих годах будут выделяться средства, ну, то есть проводить работы по его досадке и по уходным работам. Сейчас какое состояние? Сейчас можно сказать, в связи с тем, что с бюджета не предусмотрены средства на текущий год, там уходные работы и досадочные тоже не идут, не производятся. Come on.